Hey, you guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Ahead in Time. Окей, мы с вами получили крюк кошку, благодаря которой теперь мы сможем с вами лазить. Ага. Нахуя, главное зачем, как говорится. А, то есть я тогда мог по... Я понял. Не знаю, для чего я бегу вперед. Ради монетки. Вода больше не набирается, да? Странно. Не знаю, сколько мне их нужно будет. А, нихера себе, я сразу две вишни взял. Пока я сейчас и не взял, значит ничего такого. Но я сейчас тогда сразу смогу... Или нет? Блин, сейчас будем проверять. Мы ж не улетим отсюда. Ага. Это плохо. Значит, мне придется три раза просто на одну и ту же карту, да, заходить. Кайф. Еще один разлом. Короче, как я понимаю, мы начинаем отсюда, и мы сами выбираем, куда нам идти. Это место я пока что еще не нашел. Это я тоже еще не нашел. Короче, примерно я понял, когда были часы, нужно было сразу их и брать. Потому что у каждого есть свой участок. Так, ну надеюсь, он снова не будет меня ловить, так как мы уже с ним подписали контракт. Слава богу. Так, как я понимаю, мне сейчас... А, заметьте, могилки уже не разрушаемые. Хм.
Приветики! Ты ведь не забыла про меня, только не говори, что забыла, как дела? Выполнишь условия контракта, лучше не выполняй, не забывай его. Что сделать? Так, окей. Так. I'll borrow you real quick. Так сразу где картина-то? Ну, она уже сразу разморожена. Ладно, прыгать немного быстрее будет. Да, давай, быстрее. Забираем часы сразу сюда, что заходим. Хотя, подожди. Я сейчас немного буду шалить. Потому что мне сейчас... Так, где у нас находится лес? Тупи... А, подожди, это ты. Я как бы ожидал новую жертву, попавшую на мою ловушку. Я даже забыл твою душу и все такое. Ты вообще выполняешь свои обязанности по контракту? Ничего личного, дитя, но... Не приближайся к моим ловушкам. Мой голос не может поддерживать такие частые нагрузки. Ты лишаешь удовольствия остальных. Раз ты попал в мою ловушку, я вполне могу продлить наши деловые отношения. Тупица. Ты вступил в мой лес, теперь поплатишься за это. Выбирай свой яд. Какую ношу ты принесешь до конца своей жизни? Так, пятый акт. Ну, третий акт. Твоя душа сбежала в этот сортир. Неплохой выбор, будет проще простого. Однако ты оставляешь самые трудные контракты новичкам, что довольно грубо, если размыслить над этим. Неважно, я сливаю и еще сдвигаемся. Так, по факту, да, я могу сейчас пойти забрать, однако я хочу вот сюда прийти. А вот куда именно, я не знаю, потому что мне нужно... Так, муха, съебись нахуй. В натуре! Ладно. О, нихера тут скелет. Так. Окей, допустим, я здесь буду.
У меня буквально... Так, ага, я понял, да, я понял. Get it. I'm Gary. Objects from other dimensions come into focus. Так, по фонарю можно попасть. Типа, окей, я сюда залезу, а дальше? Оттуда наверх я не залечу. Хотя я смогу здесь сделать. Все по красоте. Ну, по идее... Не, не долечу. Окей, долетел. Допустим. Откуда я мог знать? Откуда я мог знать? Откуда я мог знать? Откуда я мог знать? Откуда я мог знать, что там нельзя зацепиться? Окей, что далее? Так, здесь все еще огонь горит. А вот здесь вот нет. Что-то у меня плохое предчувствие, если я потяну. Хотя бы. Hello there. You look new around here. No, I haven't seen a good solid neck like yours for a long time. I wouldn't mind being strapped around a cute neck like yours. I would be honored to be the one who squeezes the life out of you. You can grab onto me whenever you'd like, as long as I get a glimpse of that neck of yours. Так, подожди. Здесь идет у нас немножко сейчас другая тема, как я понимаю. Да куда я могу двигаться? Так, я как бы ожидал новую жертву, павшую, но... Ничего личное, дитя, но... Не приближайся в мои... Как это был? Разве ты попал в ловушку? Ну все, все контракты взял тогда. Просто нужно было его ловушки искать. Все? А он мне больше ничего предложить не сможет, по факту. Странное место какое-то очередное. Сука, очередное запутанное место. Ё-моё, не ожидал. Я проебался, да?
натуре. Заново. Ладно, давайте, короче, эти часы получу. И тогда уже вернемся в этот мир. Окей, просто их заберу. Ух, нафиг. Ну, я сейчас, походу, в дом пойду. Блин, мне интересно, когда буду выбираю уровень, мне сразу бросать на территорию? Или меня будет просто бросать сразу в уровень? То, что я бы такой, чтобы территорию изучить. То, что я не знаю, какие еще... Это что новенькое появилось? Давайте почту раздадим и туалета победим. Туалет судьбы. Ладно, служба доставки, поехали. Короче, я просто появляюсь, и меня просто вот так челик показывает, куда мне идти. Пускай лампа прогрузится. О, уже прогрузилась. С добрым утром. Готов выполнить свои договорные обязательства? Я не бессердечен. Я частенько подкрадываюсь к почтовым ящикам и крадут оттуда почту. Потом доставляю ее своими помощниками. Складывается такое ощущение, что до них кому-то и правда есть дело. Но наш последний почтальон просто взял и пуф. Так что теперь придется заняться этим делом тебе. По такому случаю у меня есть подарок, хотя он требует определенную шляпу для использования. Надеюсь, она у тебя есть. А, то есть мне дали бесплатно ее. У всех помощников, подождающих почту, будут особые кнопки над ними. Когда закончишь, возвращайся назад и отпишись. Rental Return After Use. А, то есть я сам должен ездить искать их? Или подожди. Немножко не врубился. Окей, где еще? Как я понял, я в натуре должен, да, просто ездить искать. Подожди. Оп. Если искать с этой стороны, то они все должны быть здесь, по факту.
О, нет, здесь уже вода есть. Где я должен ездить, чтобы их увидеть? Эти пауки с легкостью остаются на болоте. Так, подожди, чел, у меня... У меня супер важное дело искать челиков, где они находятся. Еще двоих, блядь. Это игра в прятки. Ну, честно, это игра в прятки. Где оно может спрятаться? Где оно последнее может спрятаться? Я как раз эту трубу нашел с разломом. Чел, все. Охренеть. Повторим. Good job, teams. Ну, хотя бы сейчас все вышло. Может, давайте я это тут все заберу. Окей. Я не знаю, просто сколько мне этой херни нужно вообще собрать. А, подожди, это горелая зона, все, я понял. Так, блин, еще разлом можно выполнить сразу. Ладно, давайте, короче, битву с боссом. В следующей серии особняк, босс и разломы. Туалет судьбы. Ну, грузись. Жду. Ладно, мне кажется, пока я прибегу, все будет норма. Так, главное, что я бегу в правильном направлении. Да уж. А вся сила, вся мощь от него сюда исходит. Ага.
все? Я одним махом сломал. Ну, я ж понимаю, что у меня будет не по всему, да, здесь полю. Поэтому, типа, я могу спокойно собрать это. Так, ладно, этот оставлен на всякий случай. Ну что, поехали. А, так я могу еще атаковать, когда он... Понял. Окей. Это плохо. Что, что теперь? А, фу, надо было его ударить. А, так он синий. Его можно бить, когда он синий. Так, хорошо. Готово. Да, босс такой был неплохой. С тремя стадиями. Вот я не знаю, что это показывает мне. Ладненько, давайте, короче, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.